Всем привет, с вами Наталья, канал Магия Успеха, Второе Самопознание. Сегодня предлагаю расклад на тему его истинное отношение к вам. Пожалуйста, сейчас подумайте о загаданном человеке, о том человеке, о котором вы хотите узнать информацию, все-таки как он к вам относится, его истинное отношение к вам. Посмотрим сегодня сигнификацию, что между вами, как вы себя чувствуете в этих отношениях, как загаданный человек себя чувствует в этих отношениях, да, и будем смотреть все-таки, что к вам человек чувствует на самом деле, что он о вас думает, ну и посмотрим по потоку, да, будем в процессе задавать вопросы. Сосредоточьтесь, расслабьтесь, это необходимо для того, чтобы информация шла к вам прямым потоком, без блокировок каких-либо, чтобы это было все легко. Итак, кому не хватает времени, пожалуйста, девочки, вы всегда видео можете поставить на паузу. Поехали. Итак, посмотрим на сегодняшний день, что между вами. Ох ты ж. Ну, у нас тут иерофант перевернулся. Ну, я особо, конечно, перевернутое положение не смотрю, но давайте все равно, тем не менее. Девочки, смотрите, если у кого были узаконенные отношения, то, скорее всего, здесь ваш брак разваливается. То есть, что-то между вами происходит, где вы совершенно друг друга недопонимаете, да, и, к сожалению, вот такой вот идет процесс необратимый. Если же, допустим, вы все-таки не в супружеских отношениях, как говорится, печати в паспорте нет, штампа в паспорте нет, да, то здесь идет такой момент, что ваши отношения несерьезны, не несут какой-то серьезной нагрузки. Формат такой легкий, непринужденный, и, скорее всего, подтекста такого нету, что что-то может быть дальше такого серьезного плана, да. Но мы, конечно, дальше по раскладу посмотрим, все-таки как вам человек относится. Так что вот так вот, да, здесь. Но однозначно отношения здесь могут нести такой характер своего рода еще как прохождение уроков, жизненно важных уроков. То есть вы встретились не случайно, да, однозначно вы суждены, ну, как бы судьбой друг другу предназначены, и вы, возможно, каждый из вас в паре друг друга чему-то учит, обучает, да. Но это обучение, скорее всего, так как иерофант вышел перевернутым, скорее всего, вы обучение это не проходите, вы не понимаете. И здесь, конечно, надо разбираться индивидуально, по какой причине. Но опять-таки, да, если сейчас по описанию, по ситуации чувствуете, что резонирует, то, в принципе, тогда можете обратиться ко мне за личной консультацией. Итак, давайте дальше смотреть, что же, как вы себя чувствуете в данных отношениях. Как вы себя чувствуете в данных отношениях? Он, вы взяли такую, честно говоря, жесткую позицию. Вы, наверное, больше проявляете себя как такой волевой мужчина, то есть вы принимаете какое-то конкретное решение, и все, это решение поменяться не может вообще никак. То есть вы стоите на своем. Возможно, вы где-то агрессируете, да, здесь, скорее всего, вы отбрасываете все какие-либо чувства, у вас реально включается только логика, аналитика, ну, вот разум, понимаете, то есть хладнокровие, вот здесь конкретно хладнокровие, вы не просто даже в каких-то женских энергиях, да, а реально вы, ну, как-то себя, возможно, даже по-мужски ведете, ну, тут, может быть, конечно, и слова какие-то такие очень резкие можете говорить. Здесь вот такое вот может идти, да? Как мужчина себя чувствует в данных отношениях? Да что такое? Почему мне сегодня так? Ну, честно говоря, человек тоже в агрессии, человек злится, человек нервничает, человек, понимаете, такое состояние у него. Ну, конфликт, вот реально конфликт. Вот между вами сегодня выходит конфликт. Почему они меня так переворачиваются сегодня, не поняла. Так, девочки, раз так у нас пошло, все-таки хочу как-то исправить эту ситуацию.
ну примерно, да. Итак, смотрите, вот здесь получается, что все-таки человек больше будет агрессировать, в каких-то негативных энергиях пребывать. Ему намного тяжелее, кстати, чем вам. Намного тяжелее, чем вам. У него идет, возможно, даже какой-то вот на психологическом уровне жесткое расстройство, понимаете? Его ничего не устраивает. Он может быть очень тоже резким, вспыльчивым. Вот здесь у него будет проявляться очень ярко его вот темная сторона, его личности. Прям очень ярко. Ну, давайте посмотрим тогда, все-таки, как человек вам относится. Если чувствуете, что вот пришли ваши энергии, то продолжайте смотреть. Однозначно, сегодня здесь пришла пара, где не все так гладко и сладко, где много агрессии, где много, возможно, обвинений друг другу, много высказано нехороших претензий. И это все на таких, на эмоциях, понимаете, на повышенных тонах. На повышенных тонах. Давайте посмотрим, как человек к вам относится. Что осознанно человек понимает относительно вас? Что осознанно загаданный человек понимает относительно вас на сегодняшний день? Что человек осознанно понимает относительно вас на сегодняшний день? Человек понимает тот факт, что вы где-то, возможно, унизили его, могу даже так сказать, да, какие-то его способности, какие-то его самого, понимаете, его как человека. То есть вы поставили себя на голову выше, чем ваш загаданный мужчина. Вы из него, может быть, он уже взрослый, да, самодостаточный человек, но вы сделали все для того, чтобы он почувствовал себя совершенно маленьким пажиком, то есть каким-то несмышленышем и так далее, да. Либо же вообще человек на самом деле будет здесь моложе вас, да, ну, и он все равно понимает вот это вот состояние, что вы своего рода такой человек... Такой человек, который может его где-то задеть. То есть он осознает вот этот факт, что вы не равны, понимаете? Вот, как говорится, ваши весовые категории, они не совпадают. И для него это очень большая тяжесть. Вот это осознание ему дает прям глубокий эмоциональный раздрайв. Глубокий эмоциональный раздрайв. Человек это понимает. Что человек еще осознает? Он вас, знаете, где-то даже считает человеком таким напыщенным, самолюбивым, таким человеком, которому нужно постоянно внимание. Вот, хвалите меня, лелеете меня, то есть только все для меня. Ну вот он вас где-то даже с такой позиции за вами наблюдает, и ему от этого тяжело становится. Также, возможно, человеку становится неприятно, тяжко от того, что у вас что-то получается, понимаете, по жизни, да, то есть вы можете чего-то добиваться, каких-то успехов в карьере, там, я не знаю, по зарабатыванию финансов, то есть вы как-то живете, а он себя по сравнению с вами чувствует каким-то маленьким, таким никчемным, ничего не добивающимся человеком. И ему это тяжело осознавать, да. Но вы здесь однозначно можете указывать на его какую-то несостоятельность, на его какое-то несовершенство. Давайте дальше посмотрим. Что еще человек осознает относительно вас? Осознает, да? Относительно вас. Ух ты ж. Ух ты ж. Так, смотрите, здесь сейчас выходит такая нелицеприятная картина.
Здесь, возможно, было с чьей-то стороны предательство. Я не знаю, с чьей стороны было, но так как выходит дьявол с его стороны, я могу предположить, что человек себя не вел совсем честно по отношению к вам. То есть у него были отношения и как бы еще с кем-то параллельно, потому что тройка мечей, она всегда показывает вмешательство третьих лиц. Но здесь может быть абсолютно и не обязательно, что это другая женщина. Да, это может быть и работа, да, это может быть, там, я не знаю, родители. Что-то, девочки, пожалуйста, смотрите, ориентируйтесь, отталкивайтесь непосредственно со своей ситуации. Но все равно здесь у человека был выбор, понимаете, была какая-то отношение, и эти отношения, скорее всего, они были не совсем правильными отношениями с точки зрения морали. Могу даже так сказать, да. И эти отношения были довольно-таки длительный период с периодичностью. То есть то люди встречаются, то люди расстаются, то люди встречаются, то люди расстаются. Также здесь может проиграться, что вы являетесь вот той третьей стороной, и с вами были вот эти вот какие-то постоянные, вернее, непостоянные любовные встречи. Здесь тоже такой момент будет проигрываться. Для всех по-разному. Еще раз повторюсь, для каждого это отыграется по-своему. Но эти отношения приносят уже, понимаете, не тот кайф, не то наполнение, которое, допустим, было ранее, да? И человек находится в муках от того, что он попал вообще вот в эту ситуацию треугольника. Неважно, между чем и чем человек выбирает, все равно ему тяжело делать выбор. И, ну, это, знаете, такой... Он понимает, что это все дано ему не просто так, потому что по колесу фортуны это все равно что-то такое судьбоносное. Это он, понимаете, человек уже осознанно это своими мыслями распознает вот эту вот ситуацию. То есть не просто так. Это мне для чего-то нужно. Это уже на осознании у человека конкретно. И он понимает, что вот эта связь, вот это вот, возможно, какое-то предательство, вот эти какие-то взаимоотношения, да, вмешательство третьих лиц, невозможность чего-то, да, оно действительно приносит ему ужасные переживания. Человеку трудно, человеку тяжело. Здесь видите, как еще идет? Идет еще внутренняя борьба, потому что человек, когда входил в эти отношения, неважно, с вами, либо там еще с кем-то, да, здесь не об этом. У человека, понимаете, сейчас вот идет такой момент, я-то люблю искренно. По аркану влюбленный там всегда идет искренность чувств. Там идет вот прям вот я люблю, понимаете, вот это вот моя вторая половинка. И в то же время это приносит ужасные муки, потому что человек мыслями как бы здраво понимает, что этот союз невозможен. Если, допустим, к примеру, человек выбирает между вами, допустим, к примеру, и свободой, да, там и еще что-то вмешивается, как говорится, да, какие-то третьи, ну, вот третий фактор свободы, да, то опять для него свобода как бы тоже близко, и вы для него близки, и свободу как бы он терять не хочет, понимаете, для него это очень сложно, это очень тяжело, и человеку, ну, не сладко ему, честно говоря. Давайте еще посмотрим, что тогда у человека на сегодняшний день на подсознании относительно вас, да? Как вам человек относится? Что у человека на подсознании к вам? Что у человека на подсознании к вам? Ну, что он теряет что-то дорогое, что-то ценное. Ну, он теряет любовь. Тут однозначно. Да, башня, все разрушено, все, человек теряет, все, ему чуть ли не... Понимаете, жизнь человеку становится немила. Это на подсознательном уровне. Все.
Все разрушено, я все то, что для меня было ценно, то, что я любил, все это потеряно, все это из моей жизни уходит, все разрушено, все, все, все. Ему плохо, у него идет реальный крышеснос. Он, понимаете, у него на сегодняшний день летит все в трам-трары. Это на подсознании. Человек, понимаете, когда у нас на подсознании уже что-то появляется, какие-то такие предпосылки событий, либо там каких-то ситуаций, это рано или поздно может так выплеснуть наружу. Если человек осознает, да, что вот эти отношения, они действительно ему душу деребят, ну, как бы сердце тревожится, да, вот прям разрывается, вот эти вот, представляете, мечи в живое сердце вколоть, это же ужасная боль, да. И на подсознании человек уже понимает, что, скорее всего, да, действительно, это окончание, это точка. И восстановить ничего практически будет невозможно. Но хотя по башне здесь, конечно, я не могу сказать, что совсем прям вот ничего восстановить невозможно. Тут может быть, да, потому что башня, она сама по себе, она это создает такую атмосферу того, что что-то было цельное, да, вот до этого момента, разрушается, но на этом же месте можно что-то обратно новое восстановить еще больше, еще круче, еще лучше, да. Вот здесь вот идет такой момент. На подсознании человек, ну, еще раз повторюсь, да, на подсознании человек понимает, что все, все рушится абсолютно. Все его надежды, все какие-то его планы, вот это вот объединение с вами, вот это вот наполнение, чувственность, уходит это все, уходит, уходит безвозвратно. Надо же. Хорошо. Что? Все-таки какое у него отношение к вам, да? Человек к вам относится на самом деле? Какие его истинные чувства? Давайте вот так спросим. Какие истинные чувства у загаданного человека к вам на сегодняшний день? Истинные чувства. Девочки, смотрите, однозначно он считает, что вы пара, вы идете в энергиях жезловых, да, то есть в энергии огня в жезловой масти, он тоже идет в жезловой масти, то есть он считает, что вы пара, и у вас могло бы быть будущее. Какие чувства у него к вам? Чувство страсти. Чувство обладания вами. Здесь пока особо я не вижу такой вот прям, ну, кубки уже выходили, да. Девочки, он вас не просто, как бы, понимаете, у него к вам, ну, чувство, что трепет какой-то. У него здесь больше идет на каком-то таком, знаете, ну, реально безумная страсть к вам. Еще и дьявол. Тут, конечно, вообще гремучая смесь. И знаете, у него все равно еще в чувствах идут сомнения. Вот как ни крути, да, человек все равно, все равно вот этот выбор у него присутствует, да. Я вот понимаю, я вот, говорит, чувствую, да, что мы созданы друг для друга. У нас много совпадений, у нас много сходится в том, то, что мы любим, там, я не знаю, смотреть одни и те же фильмы, слушать одну и ту же музыку. Мы... Вот понимаете, вы по энергетике одинаковы, вы дополняете друг друга. Еще такой момент может быть, да? Но иногда вот эта энергетика, она может... Вы одинаковые, вы равные. И, допустим, к примеру, если она будет вот прям перебор ее чересчур, то, конечно, вы можете входить вот в эти агрессивные состояния и, как говорится, друг другу спуску не давать. Вот тут может быть такой момент, да, и человек все равно вот внутри по чувствам, ну вот она моя или не моя, ну вот я чувствую, что она моя, но все-таки она моя женщина или не моя женщина. Человек здесь колеблется, конечно. Человек колеблется. Это его истинные чувства к вам. Это его истинные чувства к вам. Как ты собираешься поступать в данной ситуации? Как ты поступаешься двигаться, да, по отношению к девушкам, к женщине, которая смотрит данный расклад? Как ты собираешься двигаться, действовать? Ух ты ж, интересно.
Как собирается? Честно говоря, он хотел бы к вам приехать, опять попытаться, по крайней мере, как-то с вами переговорить, поговорить, да, что-то вам предложить даже, да, то есть он не просто прийти к вам и сказать: дорогая, я пришел, нет, он бы, конечно, хотел как-то с вами полюбовно разрешить вашу ситуацию на сегодняшний день. Но, к сожалению, он понимает, что смысла в этом нет. Он обессилен, энергетически даже он обессилен, у него опускаются руки, ноги, он придавлен. Он не видит даже сейчас какого-то смысла двигаться. Не видит смысла. И для него вообще, честно говоря, ситуация на сегодняшний день вообще непонятна. Как дальше будет? Что будет происходить? Вот понимаете, все покрыто тайной, все покрыто мраком. Человек, к сожалению, не понимает вообще, что дальше может происходить, что будет, что не будет, неизвестно. И, скорее всего, даже еще, вот как говорится, в книге судеб ваших еще даже не прописано, что может быть дальше с вами. Давайте посмотрим все-таки перспективу. Движение вряд ли будет. С его стороны какое-то. Он хотел бы, конечно, но нет. У него сил нет, движения этого нету. На сегодняшний день нет. Давайте спросим с точки зрения высших сил. С точки зрения высших сил. Возможно ли возобновить ваши отношения? Возможно ли возобновить ваши отношения? С точки зрения высших сил, возможно ли возобновить ваши отношения? Смотрите, здесь будет так. Отношения возобновиться могут. Но это будет, вот, знаете как, сначала будет какой-то порыв, и потом этот порыв резко перейдет в такой медлительный процесс. Вы однозначно придете к вот этому солнцу, да, то есть опять к радости, какое-то счастье. На дне колоды у меня еще аркан мир выпадает. Вы можете прийти к единению, вы можете помириться, но это будет очень затяжной процесс. Потому что каждый из вас может здесь все равно проявлять свое эго, понимаете? Каждый из вас будет выпячивать свое «я». Вот здесь однозначно. Понятное дело, если, девочки, вас предал мужчина, да, вот тут вот по тройке мечей, да, как-то он вам действительно сделал очень-очень плохо, и вас вывести из состояния вот из этой энергии короля мечей, то есть непоколебимость, такую вот злость, агрессию, ему будет делать, это сделать будет очень-очень сложно. Ну и потом все-таки... В дальнейшем, когда пройдет какой-то определенный период времени, вы можете, в принципе, сказать, что зачем оно мне надо. Вот здесь, кстати, будет два направления, да. Либо все-таки кто-то дождется и как-то будет совладать со своим «я», тогда примирение возможно. Если же нет, да, если вы все-таки будете подвергаться своему какому-то эго, я себе оставлю вот все равно... превыше всех ситуаций, превыше всех каких-то обстоятельств, да, если я не хочу идти и не хочу ничего понимать, разбираться в определенной ситуации, то, к сожалению, ваш вот этот цикл, ваше общение действительно закончится. Но еще будут, еще все равно будут какие-то движения, какие-то попытки для... общение урегулировать. Кстати, вот здесь вот может быть вопросы финансового плана здесь решаться однозначно, да. Если, допустим, к примеру, у вас начался, к примеру, или начнется бракоразводный процесс, то это немножко затянется по дележке имущества. Вот здесь вот будет вот так вот. Чуть-чуть затянется, но рано или поздно вы все равно придете к завершению, и ну, каждый будет удовлетворен тем результатом, который... который каждый для себя считает нужным, этот результат. Тяжелый расклад получился, честно говоря, энергетически. Но здесь вот прям реально разлад.
Примирение, опять-таки, да, примирение возможно, но здесь, даже если возможно, это может пройти очень много времени. Вот прям очень много времени. Честно говоря, здесь, скорее всего, каждый из вас уже пойдет по своему новому пути. Ну, вот такой получился сегодня расклад. Пожалуйста, пишите в комментариях, как с вами резонирует, как проигрывается. Благодарю вас сердечно за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Огромное-огромное вам спасибо. Спасибо за то, что меня поощряете своими подарочками, оцениваете мой труд, мое творчество. Низкий вам поклон и дай Бог вам всего самого хорошего и наилучшего. Пусть вам то, что, чем вы делитесь со мной, пусть вам возвращается в многократном, тысячекратном размере. Я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего, бодрости, счастья, благополучия. И пусть сегодняшний день будет намного лучше, чем вчерашний. Я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. До новых встреч!